Друзья, приветствую. Недавно набрал табулатуру известной песни из репертуара Джо Дассена. Мелодия называется «Бабье лето», и решил этими табами поделиться с вами. Аранжировку я намеренно сделал не сильно сложной, для того, чтобы она была считываема даже теми гитаристами, кто еще не профессионально владеет инструментом. И перед тем, как ее наиграть для вас, чтобы вы слышали, как она звучит на гитаре, хочу сделать небольшую ремарку. Я, кстати, когда общаюсь со своими учениками, неоднократно слышал от разных учеников в разных видах следующую мысль, что музыка очень сильно развивает мышление. В каком плане? Например, в прошлом видео мы с вами говорили о том, что если мелодия у нас звучит на верхних регистрах, то желательно басовые ноты немножечко приглушать, для того, чтобы они не перекрывали мелодическую линию. Или напротив, если мелодия у нас играется в басах, то желательно, чтобы верхний регистр звучал более матово, дабы не заглушить басовые ноты. И помимо того, что нужно контролировать силу звучания нот в голове и все это передавать на руки, также очень важным моментом в музыке являются длительности. И длительности тоже важно соблюдать, потому что если композитор задумал, что нота будет звучать длинно, продолжительно, а мы ее укоротим, то мелодия изменится и будет или трудно узнаваемой, или вообще до неузнаваемости. И вот как раз-таки в этой мелодии «Бабье лето» у нас с вами очень важный момент, что нужно высчитывать длительности. Восьмые ноты, четверные ноты, половинные. И как раз таки здесь вы можете потренироваться, высчитывать нужное количество ударов для того, чтобы мелодия звучала именно так, как она исполняется Джо Дассеном. Хорошо, спасибо, что дослушали эту рекомендацию. И сейчас, когда будете репетировать по табам эту мелодию, следите за тем, чтобы выдерживались все длительности. Приятного прослушивания, добро! Друзья, еще одна небольшая ремарка. Некоторые из подписчиков пишут мне, что хватит вставлять словесные комментарии в видео, а то это выглядит как бла-бла-бла перед тем, как я играю музыку. Скажите, пожалуйста, давайте вместе придем к консенсусу. Стоит ли мне вставлять ремарки, какие-то советы, давать рекомендации перед тем, как я играю музыку, о том, как нужно исполнять это произведение? Или вы сами будете догадываться? Спасибо, буду благодарен за ваши замечания под этим видео. Приятного прослушивания.